Боевая победа «Сокола». Накануне красноярские хоккеисты на своем льду принимали «Нефтяник» из Альметьевска. С первых минут хозяева дали понять, что настроены на успех. Впрочем, несмотря на серию удалений из обеих команд, забитых шайб не было. И только в конце первого периода, когда у «Сокола» было преимущество в два игрока, красноярцы открыли счет. Во втором периоде ситуация повторилась. На последней минуте, играя в большинстве, командированный в «Сокол» Кирилл Воронин забивает свою вторую шайбу. В начале заключительного периода красноярцы в равной борьбе сделали счет 3-0. «Нефтяник» активизировался и сумел отыграть один гол. Однако этого не хватило. Гости попытались воспользоваться удалением хоккеиста «Сокола» и заменили вратаря на полевого игрока. Но это привело лишь к забитой шайбе в пустые ворота. Итоговый счет 4-1 в пользу «Сокола». Результат очень важен для красноярцев для выхода в плей-офф. И кроме того, победа над лидером чемпионата может придать больше уверенности красноярской команде для следующих матчей. Мало крови в этом году ни у кого выиграть невозможно. Невзирая на каком месте находилась команда, любая команда может любую обыграть. Что сегодня и подтвердилось. Ну, хочу поздравить всех болельщиков с победой. Ребят тоже поздравить. Сегодня ребята молодцы, выполняли все игровое задание. Все сегодня бились командой друг за друга. Было приятно смотреть.